Приветствую, с вами Грей. Пусть душе станет теплее с игрой Romance of the Three Kingdoms 11. И хочу, кстати, сказать по поводу звука. Оказывается, у меня в настройках самого компа, походу, по какой-то причине уменьшился звук. Так. Не помню, я уже, кстати, не помню, сказал я, что у меня накрылся монитор, но он у меня накрылся, поэтому записываю теперь с малюсенького. Кстати, с малюсенького графика намного четче стала. Ну, лично для меня. Конечно. Ну и теперь тут еще у меня в полном экране, поэтому полоску серую я вижу свободненько. Свободненько, спокойненько. И, кстати, не записывал я, получается, уже давно. Потому что, да, как раз с монитором были траблы, записывать мне было не до записи. Ну, в принципе, вспомнить-то несложно, как мы видим, что-то происходит, на нас нападают. А по комментариям, естественно, уже, увы, вообще ничего не помню. Так, ты у нас кавалер. Ты, скорее всего, у нас интеллектуал, да. Тут у нас что происходит? Пики. 11 тысяч. Охренеть. Вообще, этот, очевидно, был вызван нами для строительства. Такс. В общем-то, пускай им и занимается, наверное. Эти у нас были, в общем-то, ребята посланы, чтобы все вот это вот отражать, я так понимаю, опять же. Две тысячи неплохо. Так, это около 70, да, интеллект? В принципе, спокойно можем тебя погрузить в уныние. Так, что по дрилю? По дрилю все хреново, но выходить нам надо. Нам надо выходить. Теперь можем кого-то, наверное, на дриль отправить, чтобы он немного нам поддрилил. Ты, наверное, нет. Ты, Мати, нет. Чен, Сую. Пускай хоть чуть-чуть поднимут нам дриль. Так, насчет, кстати, Жуги Лианга, который... я помню насчет Жуги, то, что вот, типа, им стоит выводить из строя самых опасных. На самом деле, я просто был так рад, что у меня такой крутой офицер теперь появился. И просто не мог нарадоваться этому. Ну, кстати, он тут уже никого не сможет вывести, наверное. Или сможет... Один отряд точно сможет. Ну, давайте тогда выведем его вот так вот. Что, кроме одного отряда уже он... да и вообще любой другой, кто выйдет. Только если конница, разве что, кстати. Интеллект 80. А у этого, кстати, какой был интеллект? 78. Самого последнего. Ну, в общем-то, он всех их спокойно может станить. Так, попробуем, может, какого-то интеллектуала вывести. Да, вот тебя на конях уже чисто. Чтобы именно и вас застанет заодно. Ну, до этого уже точно ни один конь не дойдет. Поэтому теперь давайте уже выпускать именно отряды, которые у нас будут сражаться. Мати у нас хорош, Гаошун в кавалерии. Поэтому пускай выходят вдвоем. И насквозь пробивает этих уродцев. Которые заколебали уже нас атаковать. Но мало что можем с этим сделать. Ну, как мало. Мы воюем с ними по мере возможности наших. Какой-нибудь с хорошим бы интеллектом выпустить с Мачао, чтобы его тоже особо, может быть, не станили. Хоть вот Лифу пускай с ним пойдет. 8000, самое оно, тактика. Зажимаем этих парней. Гайдзилы. Отлично, уничтожили. Тайши Ксианг. Ну, думаю, мы все понимаем, чей он сын. На офицер Ву. Удивляться нечего. Ну и Тайши Сон. Опять же, удивляться не будем. Хотя, кстати, сыновей Тайши Ци вроде бы в играх я как-то редко встречал. Так, в последний... Кстати, это последняя наша кавалерия будет.
Матенга ли это будет? Повар у нас есть какой-нибудь хороший кавалерщик? Да нет. Только Церанг Лиян. И он именно лучник. Гуахай у нас, в принципе, есть. И Гаулан. Давайте тогда их возьмем. Их тогда давайте возьмем. Сколько тут? 6 тысяч. Ну, нормально. Нормальненько. Так, я, кстати, подумал, попробовать нам объединиться... Ну, объединиться или создать, попробовать, может, что-то навалиться альянса с Серрусом, потому что... Ну, не хотелось бы, чтобы он на нас напал тоже, в случае чего. Я так понимаю, вероятность этого весьма мала. Хотя... Что-то, конечно, не очень. Ну, само собой, опять же, так как он созданный офицер, то сам... ничего у него тут супер великолепного нету. Но надо сказать, что все-таки развился, захватил. Даже эти порты захватывает, скорее минус даже. Да, как мы видим, даже уже тут он у нас сидит под боком. Поэтому давайте, наверное, попробуем, может быть, ему деньжат заслать. Все-таки мы и с Суном могли бы объединиться, если бы эта сволочь на нас конкретно бы не перла. А он все войска в итоге на нас посылал, и не могли мы никак с ними союзничать. Так, поэтому давайте попробуем с Серрусом, Сималанг. У нас тут интеллект вроде бы нужен, нет, политика, политика. А, интеллект нужен для другого, да. Так, Сималанг пускай у нас отправится. Есть тут кому у нас из политиканов тоже отправиться с подобной задачей? 86, ну вообще великолепно. Тоже давай тогда Серрусу отправляем. Так, ну по 1000 голды. Не хотелось бы, конечно, 1000 голды тратить, наверное. Давайте, наверное, сюда зайдем, как раз заберем 1000 на следующий ход. Но правда, если у нас тут есть... Нет, серч не то. Политик хорош. 72. Ну, 72 это неплохо, мне кажется. Это мне выглядит неплохим. Поэтому вот пускай отправляем мы этого парня. Так, еще кого-то, наверное, отсюда. Раз уж на то пошло, то давайте этим займемся. Политика, блин, интеллект хороший. Хотя, ну не хотя, ну ладно. Хансонг. У тебя интеллект поменьше. Ну, политика, в принципе, 70, я думаю, пойдет. Минуточку. Я хотел Хансонга, парни. Так, отлично. По офицерам у нас еще кто-то здесь остается. С голдой. Так, так понимаю, напротив нас выпустили Вулана. Вулан-копейщик. Что он из себя представляет? Интеллект мелкий. Так, Вейян может его пробовать застанить? Ну, кстати, Вейян даже сам по интеллекту неплох. Давайте попробуем его ввести в заблуждение. Да. Что удивительно, даже Вейян. Так, походу, все офицеры у нас все сходили. А, кого-то мы еще успели вальнуть, не понимаю, каким образом. На Люхью Ей был А, это вот здесь битва идет. Ну, отлично. Новый пленник. Нечем теперь им там заняться. Фанши, видимо, сбегает. Матинг из Люба. То. Rumors in One. О, мы, кстати, Гуаньпиня наняли. Вот тут классная тема. Хоть не Гуан Юй, но хотя бы его сын. Так, что это такое? А, это уже к Серрусу пришли люди. Отлично. Кто-то зашел. Да, чем КПУ использую, чтобы просто привести в сознание своих людей. Ван Ланг хочет дискуссию. Understood. Походу... Кого-то он хочет нанять, я так понимаю.
Ванг Чанга. Ну, честно, вообще не узнаю, кто такой Ванг Чанг по имени. Опять же, по с другим играм. Телек 70. Ну, Ван Чан нам даст пиздюлей. Тут как бы я не буду вас пытаться обнадеживать. Ситл. Reduce your opponent's anger. Понизить anger. Time. Time. У нас тайма нет. У него, в принципе, тоже. Ну, давайте логикой 3 тогда ударим. Игнор. Так. Игнор. Также у него ничего нет. Обновляем, что делать. Будет делать Гуил. Я не знаю, что такое Гуил. Но это не один из этих приемов, поэтому тайма не будем использовать тогда. Сапистри. Неприятно. Обновляет он тоже. Будет использовать логику. Ну, тогда обычным таймом один мы его взрючим. Так. Факты 3 тоже идут в задницу. Время, время, парень. Деньги, время. Белов, кстати, если не ошибаюсь, то тоже урон. Факты. Какие в жопу факты? Время, парень. Время. 2 часа ночи. Мы тут сидим с тобой на двух скалах посреди какого-то каких-то столбов. Так, у него тоже тайм появился. Блин. Давайте, наверное, Белов тогда сделаем. Это тайм 2, да. Белов, да, это урон тоже. Причем мы не получили. А вот теперь мы можем тайм юзнуть. Что он делает? Ренев. И Гуил, наверное. Нет, тайм. У него тоже появились таймы. Реню мы не можем сделать. Ну, значит, нам дадут по жопе. Ну, на самом деле, да, мы слишком легко-то и лидируем. А вот и тайм 2 появился. Ну, рискнем. Ничья. Хреново. Факты. Ну, факты твои, опять же, мне не нужны, парень. Время есть время. Тайм есть тайм. У него появился тайм. Значит, логику. Что делать? Тут стопроцентный урон по нам проходит. Так, обновляемся. Так, ну надеюсь, что это не тайм 3. Блять. Жалко. Надо было все-таки. Блин, да. Он тоже обновляется. Будет Гуилд использовать. Так, тогда давайте просто фактом. Игнор. Спасибо за внимание. Реню делает. Логика. Хотя у него есть тайм. Давайте тогда таймом ответим на его логику. Арг. Че он теперь... А, теперь, кстати, непонятно, что он будет делать. Cannot use the furious. А, когда в гневе. Понятно, тогда логику. Я думаю, что он тайм использует. А серьезно, мы в гневе все равно ему нанесли урон. Конечно, порой не сильно понимаю всю эту логику. А, логика теперь. А, у него тоже есть логика. Давай тогда ситл. Использует софистику. Шама. И сменилась на факты, которых у него до жопы. 1-3. Охуеть. Просто фартануло к гадине. Он, скорее всего, здесь будет ничья, но мы ничего не поделаем. Так, опять факты. Ну, реню, конечно же. Белов, тогда Белов. На самом деле было сильно. Так, пробуем добить, может быть повезет. Нет, не повезло. Да, получили мы по хлебалу. Игнор. Вот, блин, как же ему прет. То есть нам самим перло, но вот теперь тайм. Какой в жопу? А, все сменилось на тайм. Офигенно. Пропустил я момент, когда сменилась вся херня. Теперь лоджика. Делать реню. Хотя у него логика 3, скорее всего, будет, я думаю. Нам нужно... О, Белов. По сути, мы его добиваем. Это ж реально. Блин. Ущен.
Давайте не будем добивать, ну, то бишь, не будем ранения ему наносить. Что теперь, по сути, наш офицер будет. Нафига он нам раненым? Не знаю, если честно, но, по-моему, вроде бы это где-то вторая победа, так сказать, в битве дискуссий. Так, Ван Чанг, в общем-то, к нам присоединяется. Серьезно, не помню, что он по истории себя представляет. Ян Лианг опять 13 тысячами к нам идет. Ничего нового, на самом деле. Так, что у тебя по интеллекту? 62. Ты можешь из строя вывести эту херню? Да спокойно, по идее. Да, причем Ган Ван Джин еще тот. Давай. Во, хаошам шама. О, дайте дотягиваемся. Раз уж мы теперь дотягиваемся и до этих ребят, то давайте их и жахнем. Так, что у нас, кстати, вообще тут? Угу. Продолжаем тогда рекрутировать всех, кого можем. Так, Goodwill. Как раз Ван Ланг у нас пускай отправится. Так. Зан Джи, Щи. До кого дотягиваешься? Так, 36%, 24%. А чё так хреново-то? А почему так хреново резко? Телек 75. И... А, понятно. Так, ну тогда... А у тебя интеллект какой? 75. Да. Тогда все. Уходи. Уходи и дверь закрой. Так, а Жуги мы подводим сюда. Остаешь до этого. Ну там 100%. Как говорится, и не надо. Так, ты все. Ну и все, зажимаем этих парней. Мачал в бой. Си Тин Тюми. Да-да, бедуин. Все, надеюсь. Нет, не все. Не смогли добить. Пища осталась, добить не смогли еще пока что. Ничего не поделаешь. Не всегда прет. Так, тут у нас Виян великолепно справился. Можем теперь на халяву пинать этого парня, который против нас вышел. Чего? Вулан. Блин, ну необычно. Давно не записывал, тут на тебе. И дуэль, так сказать, интеллектуалов, и дуэль теперь воинов. Все сразу. Бац. Ну, хоть дух у нас накапливает. Давайте атаковать будем. Ну, жопа нашему воину, я так понимаю. А, ну у нас два здесь парня. Блин, а вот этот-то вообще наебенивает по полной программе. Защита, защита. Валан. Теперь еще и Валан. Алло, Валан. Хватит Вала. Давай, навали как следует, я в тебя верю. Ну это смешно. Это не может быть не смешно. Просто, блин, вызвали на стрелку, называется. И сбили, блядь. На гелике просто сбили. А, офицер любее он был, но до этого Люжаню. Потом что-то цао-цао, ладно. Добро пожаловать в тюрьму, парень. Но, на самом деле вышло максимально круто. Максимально круто и халявно. И лишили вражеского офицера, как я понимаю, сильного. Что, по инспекшену тут проводим. Инспекшен — это вещь такая. Так, что-то можем, кстати, здесь изучать дальше? Можем. Что это?
May build at post crossbow turrets. Давайте изучим, честно. Ну, прям не знаю так досконально, что это там дало нам. Должно было дать, но... Оборонительную способность я должно улучшить, как я понимаю этот момент. Так, Шейпей. Какой вообще у тебя интеллект? 81. Хороший. Хороший. Так, кони у нас еще есть чуть-чуть, да. Давайте попробуем тебя, значит, вывести тогда. Чего у нас тут? Шейпей 39%. Да, на самом деле, довольно стар. Но у него, возможно, что-то есть из тактик. Но все равно попробую. Да, не удалось. Попробовали, не удалось. Со всеми бывает. Такс. Так, кстати, а ты у нас кто? Ты ж вроде пики. Да, пики. Пики, пики. Против пик как раз копь. Или нет? Да-да-да-да-да. Или нет? Нет, пики против копей. Копья против коней, кони против пикей. Ну, давайте тоже пикейщиков, получается, что ли, выведем. По пикейщикам у нас, ну, Матенг. Ну, пускай Лиян вместе с ним. Пробуем поджать, хотя 17%. Да, удачи не будет в этом никакой. Так, кто-то у нас еще. Сергорел вот у нас еще. Серга у нас тут. Сюда. Желтай тоже отступает. А этого мы уже вывести, скорее всего, не успеем. А нет, почему успеем? Хотя да. Забирайте просто всех копейщиков, остальных воинов оставляйте. Их 3000 остается здесь. Давайте 6-5 оставим им. Наши генералы. Не помню же, когда ко мне... Я реально давно уже не играл, когда ко мне Динг Фенг успел присоединиться. Но когда-то успел. Когда-то успел, и хорошо. Так, минуточку, это куда? Это сюда. Ой-ё. Кого-то, видимо, пытался нанять еще заодно. Не смог. Ну, Жанфея наняли. Печально для нас. Вы с этим согласитесь. Так, что, кстати, по награде-то? Давно уже не чекал. 96. Наверное, пока еще можно оставить. Так, призонера в 40 днях. А ты вот под боком, но тебе насрать на все. О, наняли. Гуаян. Мне кажется, он из желтых тюрбанов. Этот Гуаян, судя по его внешним данным. Но этот навряд ли. Эти тоже, видимо, навряд ли. Так, Джан Линге сидит. Джан Линг, это же вот здесь, нет? Нет, точнее, вот здесь. Нет. Минуточку. Джан Линг, это где? Это вообще... А, это вообще вот здесь. Вообще самый нижний мой город. Так, ну давайте попробуем тогда его. Раз у него уже такая низкая лояльность. Ну, чё ж. Удалось. Удалось, да. Хорошее слово. Удалось нам все это дело. Так. Луоянь у нас продолжает закупать то, что нам дико необходимо. Так, ты у нас выводишь тогда вот из строя этих парней. Так, лучница, в принципе, уже бесполезна будет против тех, кто вот тут шарится, мне кажется. Мой луч и повысилась. Так, Пангде почему-то ничего не может. Вот Матэнь пускай туда вступает в битву. Посмотрим, что вообще у него получится. 200-800 выбил. Я так понимаю, так и нет у нас хороших, да, шансов. 39. 39 на самом деле неплохо. Так, 39 неплохо. Тут сколько? 36. Но почему-то срабатывает. Хотя, блин. Каш вроде намного больше. Интеллект 96. Охренеть. У него, возможно, видимо, что-то есть из скиллов. Нет, ни хрена.
Ну, почему-то... Почему-то неплохо себя чувствует парень этот. Так, это у нас Жуги, если не ошибаюсь, да? Ну, что ему делать, в принципе, пока тут уже и нечего. Хотя, может, блин, надо было сюда послать его, да. Обшибочка. Так, Мачао добивает у нас этих ребят. Гайдзилла, Ксющень, Эмплой. Что неудивительно, не заимплоился парень. Кстати, рассказывайте, как у вас там делишки-то идут. Я-то живу весьма далеко, но, как недавно узнал, до меня тоже дошли вот эти вот ограничения, которые некоторые считают бесчеловечными. Ну, в плане того, что мировой экономики жопа от всего этого, это безусловно. Тут, я думаю, спорить смысла нет. Сидите ли вы там в отпуске или все-таки работаете? Потому что у меня, в принципе, дежурства такие, что я в любом случае работаю. Так. Что, кстати, я сделал? Нанял людей? Да, блин. У меня же был ордер скорее. Не то, что надо. Так, кто у нас тут сидит? Может быть, хороший дипломат? Нет, хреновый дипломат. Понятно тогда. Так, тогда пока ждем, пока у нас к Серрусу придут другие. Медленно накапливать все. Блин, кстати, я все время забываю, что у меня здесь-то сидит орава офицеров. Почему-то из которых троих, не пойми где, трое шаршара этоваются. Тут Лубу сидит, другие сидят, крутые парни. Че, кстати, у нас тут? Угу. Ну, всего у нас хватает. Давайте, наверное, зарекрутимся. И только теперь заинспектимся. Так, тут у нас идет изучение. Офицеров возвращаем. Ну и все, пока. Заканчиваем. Все у нас уходят, уходят, уходят. Походу, пришел наш очередной политик, уже второй. Матенг, Матенг, Матенг. Пюр. Пюрешка с картошкой. Судя по всему, отношения. А это уже весьма позитивно, надо сказать, как ни крути. Так, а вот то, что вот к нам идут хлебальник пить, это уже позитивы вообще нулевые. Так, что можем подзакупить? Коней тогда срочно закупаем. Так, давайте его выводим кого-нибудь на конях для чисто для строительства. Где-то вот здесь надо нам еще один воздвинуть. Не то. Кстати, строения вроде внешне подизменились. Все-таки, видимо, эти изучения, они конкретно влияют. Так, Hellfire 4, 2... Надеюсь, я строю такую же хрень. Не похоже. Пайрс, а это у нас чё? Это Хайлендерс. Но по факту урон-то тот же самый. Просто это более апнутое, как я могу примерно догадываться. Так, награда. Проверяем офицеров. Желтая, но это само собой стопроцентно нужно давать. Люмения-то... А, кстати, точно, что там еще. Серрус этих названных братьев предлагал сделать. Деструпт, коллаборат, румор, дипломатия. Тогда я совершенно не помню, где это. Баниш. Что такое Баниш вообще? Что-то не понимаю, что такое Бэниш. Что такое Бэниш? Ага, офицеры. Prisoners. А, это освободить, ё-моё. Медитация, ранки, стратеги, дистрикты.
Ну, ранки, в принципе, конечно, можно, хотя у нас, опять же, как обычно, все гуляют. Медитация. Мираж. Что-то с мечом связанное. Лояльность. Дела есть. Любу. Типа у кого больше дел, все дела. У Гуаси почему-то у меня больше всего дел. Должны двое. Но моча у нас вообще-то в боях находится. Ну пускай с конь ронем помедитируют они. Мы два человека. Бритиш. Together. А, вот это было братьями назначить, оказывается. Твою мать. Медитация. Медитейт. Миражи, Скотт, ТП. Блин, серьезно? А вот это Сворд. Можно троих кого-то только, да? Так, это, понимаю, так чат... Так, значит, что? Мачао с кем-то? Кстати, с некоторым он вообще ни в какую... А, с родственниками он не может. Смысла, видимо, нет, да? Есть ли смысл с Любу ему? Кстати, Любу старый, капец уже. Старый облезлый конь, вы охренеть. Смотри, 53 года, ёб твою мать. На самом деле, даже не знаю, кого с кем, но, ну, есть смысл. С Панк Д, ну, в принципе, Панк Д, как бы он не так далеко сражается, хотя почему-то постоянно у меня получается так, что Панк Д я параллельно наверх, а Мачао вниз. И Гао Шуна можно. Что можно четвёртого... А нет, четвертого нельзя. Это уже будет трое братьев. Мы три мужчины. Время от времени мы родились разными... Ну ладно, не буду переводить, это не моя... Не моя тема. В общем, стали названными братьями. Вот так вот. В общем, у нас есть теперь названные братья. Так, ты у нас кто? Кавалер. Ну, 2000-то, я думаю, он точно не убьет. Да. Ну и отлично. В болоте, я понимаю, тактика не работает. А, тут, кстати, Гао Шун как раз, да, находится? Да-да-да. Теперь вот с Мачао они, соответственно... Друг дружку и помогают. Ну тогда нужно будет теперь, получается, вот Мачао, Гуао Шуна и Панде в одно место всегда направлять, чтобы они все помогали друг другу. Ну, кстати, жирный отряд. Долго нам его будет валить. Так, стратегия. Как обычно с тобой все. Майюнлу также тут все по старинке. Так, ну этот не может ничего с ним сделать, поэтому пускай хотя бы просто его обстреляет. Я понимаю, что сильного обстрела не будет, но раз уж он уже вышел, что называется. Так, уничтожаем таран. Захватить не получилось. Ну, что поделать. Что у нас по имплоингу офицеров? Свободных нет. Люмень нам не даст, видимо, ни в какую. Он, скорее всего, названный с кем-нибудь там брат, я, видимо. Я в этом, видимо, уверен, хотел сказать, но... В принципе, да. Так, что по наградам? Давайте выдадим хотя бы двоим, да.
Тут по чуть-чуть рекрутимся, инспектимся. Внизу попробуем заняться этим же. Ну, хоть так. Так, а что у нас тут за ребят? А, точно. Так, ждем не по-детски. Фаер, давайте в серединку закинем. А, блин, тут кого-то, кстати, вывел. Ну, отряд... Вот, скорее всего, вывести из строя. Так, ты у нас кто, лучники ж? Ну, давай тогда атакуем. Этими мы, наверное, не успеем дойти. Копейщики. Могут ли они что-то сделать? 1%. Понятно. Поджечь, скорее всего, также. Значит, ждите просто. Ожидайте, вас примут. Так, тут тогда все. И новый сезон. А, так, кстати, еще вот я по комментариям. Так, я понимаю, вот эта тема говорит о том, что скоро сдохнут люди. Ну, условно люди, да? Ли Кью, скорее всего, скоро откинется. Люмен сбегает. Ну, что поделать. Продержали сколько могли. Но вроде только один Ли Кью откинется. Если да, то это, в принципе, неплохо. Так. Давайте инспекшн проводим. Так, ты попадаешь под этот огонь? В принципе, спокойно себе. Так, он... Чего? Так, тогда стратегия жгем. Да, 100%. Отлично. Так, ты возвращайся. Мы проводим инспекшн. Дрелекшн проверим. Проводим, точнее. Коней еще давайте поднаберем. Лишними уж точно не будут. Так, выводим тебя из строя. Давайте всю раунд, потому что тактика-то все равно недоступна. Поэтому пускай будет просто всю раунд. Ой, блин, кстати, я что-то так увлекся. Ага. Забыл-то про что тут-то серии долгие получаются. Так, минуточку. А что, если мы тобой попробуем вот... А если вот так? 40%. Ну, попробуем. Не зря попробовали. Так, Матенг у нас страдает по чуть-чуть. Я давайте, наверное, заведем уже. Так, тут мы всех разбомбили, поэтому, в принципе, просто подводим и расстреливаем. Что еще делать? Так, Ма Юнлу также подводим. Кстати, она и тактикой достает, поэтому все хорошо. Ламансин! Это, скорее всего, да, это 13-тысячник идет. Так, у нас, кстати, голда есть. В принципе, голда у нас еще есть. Можем ли мы что-то тут еще построить? Билд. Давайте здесь попробуем еще башню лучников. Так, дриль. Давайте. Инспекшн. Обязательно давайте. Рекрутов тоже. Так. Вот мы уже все сделали, что могли. Тоже сделали. Так, что у нас тут? Тут у нас только один офицер сидит. А тут у нас, кстати, точно. Тут же у нас война-то. Война с Лежанем. Ще? Шоува. Так. Тактика. Серединочку запулим. Там же у нас более сильный урон будет. Так. Вар нормально. Не успел просто посмотреть, сколько он отнял именно людей, но, в принципе, думаю, нормально. Где еще тут не горит? Вроде бы вот этот уголочек. Да, и низ. Тактика не удалась.
Он с кем не бывает. Иногда и тактика не удается. Так, новые наши политики пришли. Симоланков Матень. Приветствую вас, приветствую. Нормально. О, все. Можно отправлять кого-то в работе альянса создавать. Извиняюсь, чихнул. Попробовал закрыть, как говорится, вас грудью своей, ну и микрофон. Так, и заодно изучение прошло. Это хорошо. В Ченлиу один отряд, это вообще по барабану. Ну это вообще никак не парит в данном случае. Так, удался огонь даже у нас хорошо этого отряда. Так, ты же, кстати, лучник, точно, Куанжонг. Что-то там он воскликнул про свои стрелы, наверное, то, что они будут лететь и просто пригвоздят всех, кого смогут. Забавно нашего парня, конечно, самого в огонь. Так, куда? Сюда нам надо встать. Попробуем теперь еще этот поджигать. Задача у него такая тяжелая. Так, насчет дипломатии. Альянс. Тим Фортус. Серрус. Правда, у Серруса уже пур стало. Да. Пробовать ли с пуром или не. В принципе, у нас. А, блин. А интеллект-то нам нужен, потому что если будет теологическая баталия. Хотя. Там. Есть ли у Серруса какие-то особые интеллектуалы? Вопрос. Может быть, тогда скорее наоборот. Для Гудвилла мы отправим тебя. Ну да, у тебя политика, вон, 89. Денег, конечно, мало у нас остается здесь, но чё уж поделаешь. Так, что у нас по офицерам? Сам Серрус не будет, у него будет этот его политик, господи, основной. Серьезно? Ах ты ж гад. Твою. Смотрите, кто отжал-то Гуанью, оказывается, вообще у всех на карте. Твою мать. Уже сволота. Так. Ну нет у них так у него крутых интеллектуалов. В принципе. Так, давай тогда еще для Гудвилла поотправляем людей. Так, у тебя, кстати, как с интеллектом? 93. Вот его нужно будет отправлять именно на создание союза. Сушу, поэтому тебя можно отправить просто. Да блин. Target Forces, Серрус. Вот так вот. Дипломатия, Гудвилл. Так, ты точно нет. Серрус и еще третьего отправим. И на следующий... так, не там. И на следующий день мы направим уже к Сушу, чтобы он пошел и попробовал именно союз создать. Думаю, всех этих людей хватит, чтобы выровнять, скажем так, наши взаимоотношения. Так, попробуем просто атаковать. Также пробуем просто атаковать. Готово. Мачао, если не ошибаюсь, да. Пускай поможет здесь. Тем более там у нас 13 тысяч неприятных людей. Даже Панг Дэ теперь помог, да? Ну, блин, да. Братство — это вещь зачетная, скажу вам. Так, ты у нас ниндзя Ома. Так, а кого ты можешь атаковать? Стенку? Зачем? Зачем? Не понимаю. Так, Матен тогда уходит. Ма Юн Лу, лучники, в принципе, остается. И конница, в общем-то, не просто остается, она даже
Она даже немножко стреляется. Так, рекрутинг, инспектинг. Награду не забудем кому-то, возможно, выдать. Ну, тебе выдадим. С такой физиономией я не сильно-то тебе доверяю. Давайте инспектинг, и все. И усё. Так, кто-то новый пришел, скорее всего, с деньгами. А, это Ван Ланг. Видимо, последний, кому посылали. А вот, он, в принципе, уже до импровида довел. И малейт импровид. Понятно. Интересно, выше импровида есть что-то? Так, ну, там пофигу, еще одно осадное сооружение. Так, дипломатия, альянс, форсис. Почему-то пур после этого пишут. Видимо, что-то, видимо, может быть, стоит у него. Такое аж из-за чего голды. А сколько голды мы дадим нашему союзнику? 10к можно дать. Попробуем. Получится, не получится уж тут. А, серьезно? У них все-таки альянс-то развалился, я так понимаю. Я просто... Поэтому не потому, что, ну, как бы, ну, это очевидно. Какао копит силы. Не знаю, что и делать, на самом деле. Давайте, наверное, попробуем все эти строения порушить. Тогда. Все-таки у нас это конница, а эти строения нам тут определенно не нужны. Тут у нас Жуги сидит в этом отряде, да. Но его мы точно наверх отправляем. Но эти в любом случае нам в ответ, конечно, стрельнут. А, нет, не стрельнули. Куда странно. Так, тогда давайте немножко огненных стрел мы вышлем. You shall pay for that. Надеюсь, хотя бы не в долларах. Если рублями, то хрен с ним. Доляры мы платить не хотим. 96, ну вообще великолепно. Туда Мачао. Еще 500, плюс еще от моего помощь. И панде. Да, и панде. Но это просто ультра-комбо. Вспоминаю фронт Мишен. Да, друг другу там тоже все любили помогать. Так, что-то можем построить. Что нам стоит ферму построить? Или нам тут не нужна ферма? Воркшоп, может быть. Может быть, воркшоп. Давайте воркшоп, наверное, забацаем. Так, обязательный дрил. Обязательно давайте коней поднаймем. Обязательно наймем копий. Не знаю, обязательно ли это нам нужно. Так, тебя спрячем в городе, потому что с тебя уже хватит определенно. Так, дрилиться времени нет. Так, у нас вообще есть какие-то интеллектуалы, чтобы наводить всякое... Что можно наводить... Серго, ты же хорош вообще абсолютно во всем. Как раз вот пики. 57%. Удалось. Так, все это, кстати, кони. Есть ли у нас здесь копий достаточно? Да, очень мало. Тогда покупим, пускай кто-то один выйдет, к примеру, ты. Ну, 800 самое то. Ну и дальше давайте коняшек. Что у нас по кавалерии? Жоутай по кавалерии у нас. Мы его сейчас, по идее, в огонь даже закинем. Ну, наконец-то косяк не в том, что я своих закинул, хотя, скорее всего. Не буду говорить, что этого никогда еще не случится. Скорее всего.
Придется нам еще пережить это. Такс. Давайте вдвоем, пускай они опыта набираются. А, ну да, кстати, вот это, кстати, и случилось. Только что сказал. Ай, охеренно. Так, то давайте еще кого-то выводить. Чтобы потушить огонь. Скорее всего, это будешь ты и ты. Берете его в максималку. Да, только что же сказал, и только что же сам же напоролся. Молодец. Так, давайте поджигаем по-тихому. Так, я думаю, лукари должны-то побольше выбить, чем обычный поджог. Но нет. Все еще не хватает. Так, по-моему, все горит, пойду давайте в центр. Да. Только на следующий ход у нас вариант. Бьянг Си из Джан Линга умер. Понимаю, наш офицер был. Наш же был он уже офицер. Да. А, наняли, а он откинулся. Так, ну тут все легко. Джаггер захватывает, остальные просто обходят. Ура. Пробуем этих нанять, само собой, вариантов нет. Ну, значит, добро пожаловать. Твой... Тюрьма твой дом родной. Всем компа. Так, насчет тёлок это потом. Сейчас нам не до этого. Боже, сволочь. Вроде ж мы потушили, а в итоге что-то и не потушили. Так, стратегия. Еще с этим 28%. Ну рискнем. Ну да. Рискнули, но само собой не очень что-то у нас удалось в плане риска. Так, лучники, давайте отходим. Так, тактику тут юзать точно смысла нет, потому что мы в огонь сами войдем, поэтому давайте просто обстреляем. И тут надо обязательно нам людей подкупить, потому что иначе... Иначе обороняться-то некому будет в городе. Так, тут рекрутов набираем по чуть-чуть. Следим за ордером все так же по чуть-чуть. Тут тоже ордер рекруты. Так, что у нас жуги у нас тогда уходит сюда, наверное. Так, вдвоем уничтожили, отлично. Отлично. Так, у тебя уже нету возможностей вести в ступор этих ребят, как и у тебя тоже ничего. Ну, в принципе, уже мы и разбили. Все 13 тысяч уже просто ни о чем. А Чао поможет, интересно? Нет. Видимо, это только чисто во время тактик действует. Убили, но не захватили. Ну, и такое бывает. Отчаиваться уж точно не стоит. Так, ну, в принципе, тут копии до хрена. Можно луков немного побольше сделать, и, наверное, на этом все. Теперь нам нужно активно здесь дрилиться. По поводу ревардов. Ну, давайте выдадим. Лишним не будет. Ну да, альянс-то поплыл по одному известному месту. Серьезно? Катапульта может и юнитов обычных паковать. Неплохо. Ну, раз уж такие люди здесь у нас, ты ничего не поделаешь.
Гаушун здесь. Жанг Юя. Тоже, очевидно, здесь. Здесь все. Step forward. Be good. Считает, что, видимо, будет хорошая драка. Блин, ну, Гаушун, не знаю. Давайте немного спирит покопим. Теперь давайте в атаку сами перейдем. Парень, спешл, спешл. Ребята, давайте не отвлекаться. Стоит ли в дефенсе посидеть? Теперь я тут пришел. Отступление. А, что делать? Там еще один офицер, которым, наверное, да, нужно отступать. Попробуем. Не знаю, конечно, с варом, убежит ли он от чела с варом 90. Нет, не убежал. Это, наверное, дефенс. А он его ранил. Кстати, он варму дико понизил. Нет. Бля, Гаушун. Ой, бля, ты ж один. Один был, видимо, в этом отряде, и отряд мы полностью теряем. Да и Гаушун в плен. Да, captured. Be captured now. А, нет, там был... А почему ты не помог? Почему ты не сменился? Алло. Дурачок. Да уж. Я так понимаю, когда мы этот отряд уничтожим, то сможем освободить Гаушуна. Неприятная, конечно, ситуация. Так, кстати, а что тут у нас? У нас тут, в общем-то, нечем особо захватывать. Это нам нужно отсюда вывести кого-то в Джаггернауте, что мы, видимо, и сделаем. Тут что-то никого нет, у кого можно вывести. Начал со следующего хода. Печально, конечно, Гаушун, печально. Почему Мати не поддержал, я в этом плане не очень понимаю. Самая настоящая подстава прям была. Так, отряда здесь нет, остались только осадники. В общем, с осадниками это мы, в принципе, думаю, должны разобраться. Что-то у нас по интеллекту 64. Вроде у него должны быть шансы. 44. Должны быть, но не особо есть. Так, выполняем тут инспекшн. Здесь делаем дриль. Пока мы тут дрилимся, будем что-то подстраивать по чуть-чуть. Воркшоп нафиг не нужен. Бараки всегда нужны, воркшоп не... Это все, что у вас есть? Ну, понятно, короче. Город ни о чем. Довольно-таки бесполезный будет. Так, тут строите тоже. Так, что у нас тут-то? А, все кончилось. Да, печально, что Гаушуна, конечно, захватили. Сунг-Ван, Ксушенга. Нет, конечно же. Если поменять на кого-то, другое дело. Но у меня именно Юан семейство захватило, получается, человека. Лучше тогда просто будем дамажить, раз уж не очень получается у нас. Вроде здесь был какой-то еще отряд, но он куда-то теперь поплыл. Куда, непонятно. Ну тогда просто наша задача этих ребят сдерживать. Вот раз, кстати, отлично зайдет. Если он отскочит, то он еще там урон нанесет. Ну, великолепно. Сун Ланг.
Сунджанс. Пятый сын, боже мой. Конечно, сыновей у них там тьма была настоящая. Отлично, походу, тут у нас все получилось. Так-с. Так, вы продолжаете дрилиться. Надо к вам кого-то, кстати, выслать. Destination, our nation. Да, давайте каких-то офицеров вышлем, которых, в принципе, мы навряд ли будем использовать здесь. Жуги точно нет. Ян-Ян может пойти, а фиг знает. И тут, конечно, кого-то нужно будет оставлять. Люфена мы особо тут никак не юзаем. Го, тебя. Фенкси. Их троих давайте направим. Наверное. Или нет. Или мы должны будем туда как раз направить наоборот кого-то, кто просто будет сидеть там. И заведовать этим городом. Тогда другое дело. Тогда нам нужен ты, по сути, ты. Ну и Лифу, наверное, можно как раз будет. Да. Тогда вот наоборот, да, направим вас туда. Чтобы вы там просто сформировали, возможно, дистрикт. Даже невозможно, а точно. Так, вас возвращаем на этом ходу. Посмотрим, что по дрилю. 43. Тут, кстати, кто? Копья. Ну, копья, это, конечно, да, неприятно. Наверное, кого-то еще вывести. Даже не наверное, а кого-то надо бы. Остался кто-то у нас из приличных? Нет, никого. А кто-то у нас по оружию? Жуги. Жуги такой низкий ранг. Давайте с рангами что-то сделаем, пока у нас большая часть сидит как раз в городах. Так, что у нас тут Жуги Лианг? Ну, он так и остался 5000-ным. Так и остался. Пускай с ним Люфень сходит. Может, чему научится. Сучаня Конрон сидит у нас. Так, можем, в принципе, даже сюда переместиться наконец-то. Отлично, рекруты. Кони почему-то нам тут недоступны. Значит, давайте копья затарим. Персонал. Кстати, ревард кому-то нужен? В принципе, нет. Что по персонелу? 96, Джиан Линге сидит. Уже. Ладно, тогда пока не будем заниматься этим. Ханданг. Сбежал, как я понимаю, что ли. Матенг. Так, еще один наш политик. Мажоу. И, наверное, третий, последний. Энгджи. Я думаю, а кто вообще от такого будет отказывать? Просто человек тебе денег прислал. Ты его как бы реально, не знаю, нахер пошлешь или что? Конечно же, думаю, нет. Так, на следующий ход, в принципе, можно уже даже этим войском куда-то выходить. И что-то делать. Здесь, так понимаю, отступили, поэтому можно начинать жить как белые люди. Так, тут дриль продолжаем. Тут по чуть-чуть рекрутов продолжаем закупать.
по сути, тоже инспекшн. А, блин, я же хотел на помощь вывести кого-то. Тут должны крутые ребята остаться. Вот Майон Лу, Панде, давайте вдвоем сразу же. 12 тысяч, все дела. К тому же тут еще он, ребята, идут. 2000 уже, кстати. К 100. Кого надо? Идут войска, но, в принципе, может быть, если мы здесь перекроем, то они не смогут. Хотя они будут, наверное, таран, точнее, джаггернаута нашего домашнего. Хреново, хреново. Такс. Тогда еще кого-то из с конями выведем. Вот кавалерия А и кавалерия А. Лучше, пока у нас никого не осталось. Просто пускай обычный дамаг нанесут. Так, что-то вы можете, а уже ничего не можете. Только награду дать. Ну, давайте и дадим. Такс. У нас тут что-то намечается. Поэтому давайте посмотрим за этим местом. Ксющу. Ага. Не хочет. А, то бишь просто. Он отказался, даже не будет дуэли. Неприятненько. Неприятно, неприятно. Возможно, жуги тогда нужно будет все-таки послать. Кто-то там активно сражается. А, это, видимо, эти, да. Охренеть, кстати, сколько еще Сун нам посылает войск, сколько этот посылает. Но теперь хотя бы они с друг другом сражаются. Это хоть что-то. Хуан Йинг. Это не жена Джигин, да, она... Панктонга хочет нанять. О-о-о! А ты сможешь его осилить? То есть Панктонг должен быть мощный парень. Ну, смотрите, вторая дуэль. Ну, блядь, тут шансов нет. Будем честны. Панктонг нам не достанется. Вы посмотрите на эту россыпь. Тайм, и у него есть тайм. Что он, правда, применит, непонятно. Но давайте мы тайм применим. Ничья. Так, ну... Логика. Обновляется скотина. Ну все, но он задавит нас тут вообще без шансов. Тайм, да, ну и чего? Ну это было смешно, согласитесь. Ну давайте тайм 3. Ничья. Ни о чем. Обновляемся. У него просто больше позиций. Тут как бы... Давайте софистику. Софистика тоже, в принципе, отбивает. А, она отбивает и меняет. Вот в чем прикол. Давайте факты. Белоу тоже тем же занимается. Ну тут вообще без шансов. Гуил. А, давайте проигнорим это. Типа, пошел в жопу. Факты. Сейчас факты. Фактов у него нет. Ну, давайте рискнем фактами. Надавить. Типа, как бы, ты мужик, а это слабенькая женщина. И ты ее тут стоишь и словесно поносишь. О чем вообще? Где твоя голова? Где твой мозг? Ага. Ну, а теперь сеттл. Или сеттл не помогает отбивать. А, сеттл это понижает всего лишь. Да-да-да. Да ни о чем. Обновление, факты. Ну, рискнем. Ладно, одну дуэльку-то мы выиграли. Чего уж нам тайм. Почему тайм, если факты? Потому что фактов нет. Такой последний рывок. Давайте в софистику вдаримся активно. Типа вот вы думаете, шансы есть, но на самом деле тут же понятно, что их нет. Китяхо.
Шансов у нас нема. Игнор. Ну и все, бить нам нечем. Он применит логику, скорее всего, третью. Правда, можем, конечно, проигнорить ее, попробовать. А, нет, не можем. Когда он в этом состоянии... Ничья. Логика, ну это там. Давайте обновимся. Типа, ну, минимальные шансы были, тут я соглашусь, что прям минимальные были. Ничья. Тайм, ну все. В принципе, без разницы, что принимать. Ну, это было глупо. Она и Панктонга. Ладно бы Жуги, и то. И Жуги было бы тяжело. А, потому что генерал даже с преимуществом может спокойно насасывать, если вообще вот эти тактики не заходят. Она еще и ранена. Ну, что поделать. Зря ты поперлась за ним. Опять этот скот. Так, Мати пробуем уводить. Тут, правда, мы подставимся под стрелы теперь, что весьма неприятно. Но на самом деле все это дело, потому что хочется Гаошуна вернуть. Так бы я туда, конечно, и не поперся. Так, есть у нас еще конница. Да, остатки, но есть. Тогда моча опускай, и вот скот с интеллектом с тобой пойдет. Ну да, джуги, как мы видим, уже атакуют. Но, в принципе, можно пробовать постоять. Сколько он вообще выносит-то? Вообще проверить. 400. Ну, по сути, быстро защиту мы выбьем, и в этом плане это все будет намного лучше. Используем просто огонь. Тогда. Тогда. Чё по награде? Давайте выдадим четверым хотя бы. Так, альянс. Ну, потому что пуры у него постоянно становятся, то бишь... Чё он говорит, никого нет, да, наверное, что на это дело. Possible. Так, ну куда сам Джуги, может быть, филианс, попробуем его послать на это дело. Наверное, давайте еще бабла вышлем, но, правда, уже в этот раз чуть-чуть. Все-таки тоже нужно, как говорится, знать меру. В плане всего этого. Такс. Тут давайте дриль, тут давайте строить. Новички, наверное, пришли или нет? Что-то я не могу понять, кто именно пришел. Так, маркет. Что нам стоит построить? Ну и по сути все. Такс. Ну и по сути все. Блин, господи, только я начинаю расслабляться чуть-чуть, вроде как, после... Вот отбил вот это вот нападение, только вроде бы расслабился. Нет уже, блядь, и тут двадцаток отрядов, и там двадцаток. Почему-то Цао Цао вообще деньгами, я не знаю, что он делает с деньгами. Пытается тоже всех, что ли, задабривать. Тьма такая себе, конечно, стратегия. Попробуем тогда эту херь сперва развалить. Не получилось. Еще раз тогда пытаемся. Наконец-то. Так, моча у нас тогда. Сюда выдвигается. Так, тут жгем огнем. В принципе, сколько там? 11 тысяч. Солдат мы на изи аннигилировали. Ответ, интересно, будет? Нет? А сколько там? 7000. Неплохо. Так, и на этом тогда все получается. Все-таки тоже
Хоть давно не было, но смысла затягивать тоже сильно нет, тем более, что уже больше там, 10 минут, если не ошибаюсь, записалось. Ну что ж, вот так вот. Надеюсь, завтрашнего дня... А нет, кстати. Хотел вам напидеть уже. Напиздеть хотел по полной программе. Завтра я работаю, так что... Хотя бы тогда... Через 2 дня, надеюсь, уже смогу возобновить запись. И мы, не знаю, наконец-то все-таки чего-то сможем попробовать провернуть, какие-нибудь дела. А на этом спасибо всем, кто посмотрел. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, если вам нравятся подобные игры в особенности. И оставайтесь нормальными. Увидимся.